Иди сюда, иди сюда. Еще ступенька. Ступенька. Еще одна ступенька. Улочки, держитесь по правую сторону. Сколько хотите, тут ступеньки, как вы скользкие. Спокойненько, не бежать. Прямо? Да. Шварц, сколько у меня вода льет? Да, точно сейчас это будет. Черт побери. Черт побери. Хорошо, туристу, публику, мурали. Великий Иерусалим находится на высоте 1000 метров над уровнем моря. Поэтому здесь весьма прохладненько сейчас. Ничего не скажешь про мертвое море. Идешь по этим узкам, как будто бы прям бриллиантовая рука. Праша туриста облику морали. Шо, побери. Раздолбанный старый дом, повод, чтобы выбросить здесь мусор. Так может у кого-то есть с нашей толпы? Друзья, мы сворачиваем направо, потихонечку сюда приходим. Thank you.
куча древних штуковин здесь. Кошечка. Окей, два. Друзья, мы проходим сейчас короткую проверку безопасности. Мы сейчас пройдем в стене клатча и грузят ваши сумочки положить в машину. А на фонарь на стол. На стол. Кладите ваши вещи на столик. Значит, друзья, смотрите, здесь очень много людей. Сегодня, я сказала, это праздник. Это еврейский праздник, и здесь больше людей, чем обычно. Если можно, мы пройдем, я вам сначала покажу, где все находится. Именно значит место и время, когда и где мы соберемся. Кому нужно прикрыть плечи? Женщины, пожалуйста, прикройте плечи. Плечи должны быть закрыты здесь. Головной убор не нужно. Плечи и ноги должны быть прикрыты. Нет. Шапку такую круглую я тоже дал. Смотри, он в белом. Так, снимай, снимай, снимай. Сюда. Виктор, все наши здесь. Итак, друзья, я, если можно, 2-3 минуточки, я вам сначала объясню, у вас будет время сфотографироваться, подойти поближе к стене, кто хочет. Значит, смотрите, мы сейчас находимся уже в еврейском квартале. Если вы посмотрите назад, вы увидите тут и жилые дома, где люди живут, и еврейские синагоги, и разные духовные заведения, где изучают Святые Писания. Прямо перед нами мы видим кусочек стены, где люди молятся. Вот это и есть стена плача, как вы догадались уже, или западная стена. Это самое святое место для еврейского народа. Почему это самое святое место в мире для еврейского народа? Не только потому, что это настоящие камни храма, которым больше, чем 2000 лет. Не только потому, что это место храма. Храм был разрушен римлянами 2000 лет тому назад. Единственное, что сохранилось, это вот небольшой кусочек стены. По преданию, вот этот кусочек стены чудом сохранился, потому что он был ближе всего к святая святых. Святая святых – та комната в храме, где обитал сам Господь Бог. И для еврейского народа это самое близкое место к Богу. Это сердце, это душа, это самое близкое место к Богу. Само место – это святое место для евреев, для иудеев. Здесь молятся евреи, для христиан, для других религий. Это важное место, как историческое место, потому что эти камни видели Иисуса Христа. Во время Иисуса Христа этот храм стоял, в этом храме Христос учил, проповедовал, встречал своих учеников. Второй храм был разрушен римлянами в конце первого века, в 70-м году нашей эры. И каждый человек, неважно какой веры, какой религии, кто хочет, может подойти к стене. Теперь вы видите, что женщины и мужчины заходят отдельно. Мужчины, вы заходите к левую сторону, вы проходите туда налево. Женщины, вы видите, вот это такая перегородочка, и за этой перегородочкой направо вы проходите, по правую сторону. Теперь туалеты. Посмотрите назад. Всем привет! Это я, Алекс, нахожусь у стены плача в Древнем Иерусалиме. Сегодня как раз проходит какой-то религиозный еврейский или иудейский праздник. Очень много места приходит постоять у стены, молиться. Там сотни людей, даже тысячи людей читают книги, молитвы. И это действительно поражает, как люди чтят свои... Кто-то пошел в туалет, видно, там очередь.
Да, вы в этом же? Спасибо. Я думаю, знаете.